Сегодня второй день, мы выспались вообще офигительно. Прям просто очень круто выспались и встали 8, но на пляж в 11 утра идем. Это, конечно, как долбоебы, ничего не могу сказать. Вот, сегодня, наверное, весь день на пляж проваляемся. Смотрел на букинге, очень много, точнее, очень мало было предложений по жилью. Но мы, когда сюда приехали, здесь просто, не знаю, на каждом шагу сдам. Причем не за большие деньги, а так вот 1500-1200. Если условия получше, там, то 2000. И нам получается 6 минут до моря, до набережной, вот. Ну, в принципе, около набережной цены такие же, вот. Поэтому можно, в принципе, на букинге не бронировать. Смотрели сейчас экскурсии. Круиз до Судака, до Ялты и так далее. От взрослые 1000-1200, где детские где-то 800-1000, вот так. Вот, и самое главное, на Петре экскурсию посмотрели. Стоит, короче, 1000 и тоже 800 рублей ребенок. Самое главное, это уже с канатной дорогой. Ходим, короче, к пляжу. Все люди уже с моря идут, и мы в 12 дня просто идем на море. Почти дошли до набережной, вот посмотрите, сколько народу. Здесь, в принципе, народу не так много, учитывая, что 12 часов. Вчера солнца почти не было, такой денек был. Посмотрите, просто какая красота сегодня, очень красивое море. Приезжайте сюда. Шли, короче, до пляжа, народу просто пиздец много. Все-таки 12 дня уже никто не спит. Ну, даже лечь некуда, если честно. Покупались, и солнце зашло. Такая у нас погода. Может быть, сейчас даже пойдет дождь. Только я сказал, что, возможно, дождик пойдет, и он начинает капать. Человек захотел черное мороженое попробовать. Что, вкусное? Конечно, как черное. Не черное, а афроамериканское. Мы же толерантные люди. Пока зашли, короче, в магазин, опять начнется дождик. Пришли мы с пляжа, вот. Взяли себе немножко покушать в столовой. У нас борщец, немножко плова и картошка с тефтелем. Все удовольствие 400 рублей. Мы поели то, что я вам сейчас показывал. Могу сказать, что тефтелю просто жрать невозможно. А так борщ без мяса был вообще, в нем не было ни кусочка мяса. Вот. Ну, такой средней паршивости жрать можно. А вот плов, между прочим, очень даже ничего. И даже вкусное мясо в нем было. В общем, пока спали, прошел охуительный дождик. Сейчас... Опять погода хорошая. Сиськи красятся. Они хотят на море. Сейчас вышли гулять на набережную. Сегодня народу намного больше, чем вчера почему-то. А вот она и есть, та самая рыба. Местная достопримечательность. Так себе, конечно, сооружение, но что есть. Сиськи захотели на вот этой лавочке. Лавочки для больших людей. Короче, немножко погуляли, пофоткались. И сейчас хочу в тире пострелять. Наш блогер решил пострелять. Стоит в очереди. Детеныш 30 лет. Какая трасса. О, да ладно, попал? Ничего себе. Хоть одну. Ну, собственно, счастье было недолгим. О! Прогресс на лицо. Всего лишь брелок. Выбирай. Выбери, какой брелок ты хочешь. Вон фонарик. Иди фонарик. Фонарик какой. С каким выражением лица это делали? Как будто он победил. Две, осталось один патрон. Ой, ну все. 9 из 10. Лицо попроще. Единство, короче, в жопе заиграло. Решил призовой и просто пострелять. Призовой 3 из 5, а зато потом 9 из 10 выбило. Я расстроился. Короче, не могли пройти мимо вот этого постамента. Я люблю Алушту на фоне моря. Сфоткались сейчас. Чудо света. Видите? Я не знаю, на камере видно или нет. Вот этот треугольник света, который идет. Енотов по дороге нашли. Там еще где-то второй был. Весь рыбки плавают. Мы решили покушать. У нас купили угли.
рожек, вот, и сейчас мясо возьмем, на решеточке пожарим. Сисечки хотят шашлык. Вот, надо еще что-нибудь к шашлыку взять. Рожек я, конечно, говно купил, но вроде потихоньку что-то получается. Шашлычок готовится потихоньку, сейчас уж снимать буду. Шашлычок вкусный, сисечки кушают. Салатик, картошечка, хлебушек. А, и, конечно, пивко. Пиво Крым называется, вот, ну, что-то вообще не зашло, не очень вкусное. Вот это вот Ялта называется Огонь. Короче, мы пожрали шашлык, съели по 2,5 куска. Я вот за вот эти 2 дня я первый раз просто так обожрался, что жрать неохота. Естественно, с лепешкой, с картошечкой, с салатиком, прям обалденно.